Всем здорово, с вами канал А24, и сегодня мы разберем мод, который называется Passenger Mod. Passenger Mod, то есть пассажирский мод для ETS 2138. Сегодня, например, мы будем разбирать на таком Мерседесе, на красавце, да? У меня тут вот таком красавце обзор мода вы можете глянуть. Красавца такой. Мы сейчас его посмотрим, что он из себя. Я установил уже этот мод. И посмотрим, что этот мод дает и так далее. Так, заходим мы в... А, нет, стоп. Заходим мы в прямые перевозки. Мы... Вот. Вот я что имел в виду. Сейчас. Берлин. Вот как раз вот эти мод добавляет, можете возить пассажиров. Мы возьмем что-то близкое, да, ну что-то все далеко. Ну, в принципе, можно суть того, что его не доехать, там, да, хотя бы чуть-чуть самую основную мысль сказать. Ладно, берем вот это. Так, где он находится у нас? Заводим, поехали. В принципе, этот мод добавляет того, что хоть какой-то разновидность, да, то, что ну, кто, допустим, качает автобусы, качает, да, и хочет покататься, повозить пассажиров, то как раз вот этот мод можно... Блин, ладно, мы оставим. Вот так вот это у нас... выглядит, когда мы будем брать пассажиров. Это выглядит вот так вот. Пассажиры стоят и, пожалуйста, ждут, грубо говоря, нас, да? Мы сейчас посмотрим, как это все загружается. Так, берем. Мы, в принципе, не будем доезжать прям до конца. Самое основное я расскажу, а там уже как бы на ваше усмотрение. Хотите качать, хотите не качать. Очень маленько дается. Даже дверьки открою. Прописано то, что можно на легковых, на автобусах и так далее. Ух ты, бляха. То есть, видите, я уже не могу заехать. То есть, это на каком-то маленьком автобусе, да, на Мерседесе, Бенсе, допустим, на спринтере там, или неважно, на таком, я думаю, можно, да, поездить. На больших, к сожалению, нельзя, да. Поэтому просто мы делаем через нолик, через консоль, просто их загружаем. Якобы мы их загрузили и поехали. В принципе, очень мод интересный, как бы, да, для того, для разнообразия можно покататься, почему бы нельзя. Нормальный мод, хороший. А так, в принципе, что могу сказать, минус того, что надо брать маленькие автобусы, длинные, то есть, ни в каком плане нельзя, потому что, видите, длинный взял на Мерседес и ничего даже не изменилось такого плана. Берите, катайте. В принципе, очень такой прикольный мод, кататься можно. Насчет русмапа и так далее, действует или не действует он мод, это надо посмотреть. Поэтому, в принципе, а почему бы не... Давайте. Вау! Мы сейчас что сделаем? Мы сейчас отказываемся от этого груза. Ничего себе, 848 тысяч. Неплохо. Мы отказываемся от этого груза, переместимся в Росмап. Давайте в Саратов. Переместимся туда. Да уберись ты. Ну и где? Переместимся в Саратов и посмотрим, можно ли в Росмапе брать, допустим, такие моды. Так, мы находимся вот здесь. Давайте.
переместимся вот здесь. Поставим мы 10 утра. Убираем. Поехали. Так, стоп. Смотрим. Нагружается. Так, прямые перевозки. Да. А, нет, стоп, подожди. То есть в Саратове нету ничего. В принципе, можно, да, брать. А в Волгограде вот можно брать, взять людей, да? И все, да? В Южном регионе тоже не во всех можно брать. Я так понял, да. Не во всех в Южном регионе можно брать. Ну, принцип того, что брать можно. Это уже хорошо. То есть такого плана. Брать уже можно, и не во всех, ну. Ай, залагало. Давайте проедем дальше, чтобы пацанам не мешать. В принципе, мод хороший. Может покажется быстрым, странным обзором, но сказать то, что как он работает, да. То есть вы можете брать. Ёптель-моптель, залагало как, да? Попасть просто классно. В принципе, можете брать с Русмапа в некоторых, так сказать, регионах, то, пожалуйста, мод работает без всяких проблем. Допустим, как я же говорю, в Германии, то, пожалуйста. В Германии все работает, возите хоть куда, В Русмапе тоже все, пожалуйста, все это работает. Ладно, с вами А24, подписывайтесь на канал, подожди, мужик, что ты пикаешь? Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, мод будет в описании, если хотите скачать, то пожалуйста, качайте и ездите на автобусе. Ну, сразу говорю, надо же маленький автобус и маленький автобус и либо маленькую легковую машину, чтобы мост хотя бы подвести, блин, и загрузиться. Ладно, с вами канал В4. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал. Следующим обзором мода, если что-то будет интересно, я увижу, то, соответственно, конечно, сразу первым вы увидите. Запишу и выложу.